Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. В этот раз я нахожусь в районе Тосмур. Хочу представить вам вариант 2 плюс 1 с двумя санузлами, с огромным балконом. И, как вы видите, установлены трубы, можно подключить радиатор. Теплые полы по всей квартире можно как-то сделать. Сейчас увидим. В санузлах есть теплый пол. Вот он. Или теплый пол везде нет, только в санузлах, как я понял. Проект строили застройщики турки вместе с скандинавцами. Вито проточный нагреватель. Интересно, душевая кабинка сделана. Да. Так, идем. Здесь у нас гостиная, совмещенная с кухней. С доводчиками вроде. Нет, можно поменять. Угу. Бытовая техника Бека. Вытяжка, духовка с плитой вместе, газобаллон ставится, посудомойка. Так. Да, теплые полы у нас в основном только в санузле. Подключены трубы, вот я вижу, торчит труба, можно радиатор туда подключить, батарею. Так, первая спальня, тут тоже. Ой, сторона южная, ну, я думаю, что вообще не нужно это устанавливать там. Кондиционер достаточно. Или же купить конвектор какой-нибудь. Это, как увидели. Теперь. Эта спальня у нас 17 квадратных метров. 15-17 квадратных метров. Минимум полезная площадь. Может быть 20, не отмерял. Ну, на глаз скажу. Второй санузел. Тоже душевая кабинка большая. Так-то. Для кожи, душевая кабинка, так что. Здесь вместится один человек. Он там метр в длину. Тоже теплый пол. Квартира подходит под ВНЖ. Кондиционер Денки. И здесь у нас огромный балкон. 35-40 квадратных метров полезная площадь. Можно застеклить, будет дополнительная комната 3 плюс 1. Расстояние отсюда до моря 800 метров. Внизу у нас бассейн, ухоженная территория, открытая парковка, отдельный вход. О, барбекю. Ну все, все есть. Нужно только купить, получить ВНЖ. Там фруктовый овощный сад, там зона барбекю есть отдельная. Паузу. На этаже у нас три квартиры. Лифт. Проект был сдан в 2009-2010 году. Тут внизу есть отдельные кладовки у каждой квартиры. Не буду спускаться. Есть пандус. Вот это открытая парковка. Можно также снаружи оставить машину. Бассейн. Рядом есть сеть магазинов, как А101, Шок, маленькие маркеты. Овощной магазин. С той стороны речка Дим. Отсюда до речки Дим где-то 400 метров. Вот фасад здания. Цена, дорогие зрители, 152 тысяч евро, 800 лир айдат.
Может быть меньше, но и приблизительно выше говорю, чтобы по-любому Айдар поднимается, жители ищут фруктовые деревья, как вы видите. Есть зона барбекю. Ставим лайк, подписываем на наш канал. Также пишем комментарий, что вам тут понравилось. О, с вами был Агаси, Солнечная Алания, район Тосмур. Квартира подходит под ВНЖ. Всем пока-пока.